Цены на драгоценные металлы рухнули в среду вслед за высокодоходными валютами. Золото пробило ценовой уровень на линии трехлетнего восходящего тренда – $1,566.90 и достигло минимума на отметке $1,549.55 за тройскую унцию. Таким образом, четко обозначился переход ценового движения металла к полномасштабной нисходящей коррекции. Следующая цель, которая находится в районе уровня $1,458 за унцию. Серебро вновь повторило на вчерашних торгах ценовую динамику золота, зафиксировав на европейской сессии максимальный уровень $28.77. Курс металла затем снизился и на закрытии торгов в Нью-Йорке установил минимум $26.85 за тройскую унцию.